Всем привет! Давно я не снимал подобных видео с кормлением своей собаки. И в этом видео я покажу, что сегодня в меню у моего амстаффа. То есть утром было то же самое, что и сейчас. Это яблоко, каша, рис и еще какая-то каша. Я сейчас название не вспомню, чуть-чуть добавил, то есть миксанул их. И курица. Курица еще не остыла, поэтому собака может сейчас слегка обжечься, а может и остыла. На днях хочу снять видео о том, в котором расскажу, как подобрать тренировки именно твоему амстаффу. То есть расскажу на примере своей собаки о тех тренировках, на которых она себя чувствует хорошо, и расскажу о тех тренировках, на которых она себя чувствует плохо, после которых. Ничего не мешаю у собаки. Ну, то есть даю отдельно кашу, отдельно овощи или фрукты, потому что она все съедает и ничего не выбирает. По размеру, ну, в граммах я не могу сказать, сколько тут точно каши, там мяса и всего остального, но я даю на глаз и стараюсь не перекармливать собаку. То есть живот у нее сейчас не раздуется после кормления. Это на сегодня последнее кормление ее. На сегодня я ее кормить больше не буду.